Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами опять мукбанг и опять суши. Но здесь не только суши, здесь также есть крабовые кольца, креветки и более 50 роллов. В этот раз я решила сделать какое-то разнообразие, заказать роллы, которые я никогда не пробовала. Также здесь и горячие мои любимые, и Филадельфия. Так что стараюсь. Давайте приступим. Палочки теперь я разделяю. Вот мне интересно, смогу я это все съесть или нет. Одна. Так, давайте приступим. Заказала их в Суши Баку. И вообще всегда заказываю именно там, потому что там вкуснее всего. И сервис лучше. Давайте попробуем. Какие крупные. Ну как можно не делать? Это просто нереально вкусно. Я вообще обожаю Суши Баку. И это я говорю абсолютно искренне. У меня есть доказательства. Посмотрите, сколько у меня магнитиков именно оттуда. За каждый заказ они дают один магнитик. Потом вы эти магнитики можете обменять на суши. Мне кажется, гениально просто. И очень выгодно. Поэтому я всегда заказываю у них. Ссылочку я оставлю в инфобоксе. Также закреплю в комментариях. Обязательно подписывайтесь. У них всегда бывают какие-то интересные акции. Да и вообще, у них не только просто, знаете, доставка, у них еще и ресторан. Вот эти вообще очень вкусные, вот эта шапочка, она прям нереальная. Я, если честно, не очень доверяю страницам, у которых нету ресторана. У меня такое ощущение, что я заказываю где-то в подвале. Реально мне угодить очень трудно. Но у Суши Баку это получается. Вот эти вообще божественные просто. Идем дальше. Я, по идее, не голодная, но просто здесь устоять. Нереально. Какой же дальше? Какой дальше? Давайте горячий. Макаем соус. Мне столько имбиря положили. Мне столько палочек положили. Какая красота. Домашние сидят и делают на меня ставки. Съест ли Айка все или нет? Сможет ли или нет? Так вот, на чем мы остановились? Вот, я как бы не особо доверяю таким страницам, где у них нету, например, ресторана. Для меня суши номер один — это только Суши Баку. Реально, я говорю это искренне. Даже по числу подписчиков у них больше всех. Я заметила, что они придумывают вот эту, например, акцию с магнитиками. Только они ее придумали, все, другие страницы тоже начинают то же самое делать. С одной стороны, это прикольно, когда за тобой повторяют. Значит, ты придумал что-то годное. Вот. И цены у них очень хорошие цены. Вот я
Всегда остаюсь довольной качеством и ценой. Как они это делают? Мне надо к ним устроиться на работу. Всегда, когда снимаю видео, у меня почему-то чешется носик. Вы по мне скучаете, скажите честно? Это просто божественно. Это просто нечто. Если вы один раз попробовали суши, и они вам не понравились, это нормально, ребят. Попробуйте еще раз. Попробуйте потом еще раз. Потому что никому с первого раза никогда не нравятся суши. Роллы. Суши-роллы. Потом второй раз, третий. И с каждым разом мне все больше и больше они нравятся. У Фати есть коронная такая фраза, говорит, зачем нужны наркотики, если есть еда? Если можно получать кайф от еды. Еще большую роль играет, где вы закажете. Может, вы закажете в таком месте, где все протухшее. Тогда вы еще и плюс и отравитесь, и подумаете, что вот, мне не понравились роллы. Просто нужно заказывать в нормальных местах. Причем, если цены везде почти одинаковые, какой смысл заказывать в непонятных каких-то местах? В той комнате сидит бабушка с мамой. Они сидят и делают ставки. Сколько же она сможет съесть? Бабушка считает, что не более 15. Мама говорит, что нет, она еще обжора-то. Съест все. Как аппетитно они выглядят там. Когда вижу фотографию, на которой изображены роллы, все, меня бросает в дрожь. Я иду заказывать. Это молодцы, ничего не скажешь. Я очень люблю профессионалов своего дела. Следующий пошел, искупнулся слегка. Ну я вот всегда так. Я просто не могу по-другому. Испачкала футболку. Следующий. Иди сюда. В прошлом буквально видео я говорила, что я не люблю вот эти роллы, но сейчас я уже их ем с удовольствием. Еще, кстати, на просторах Ютуба наткнулась на моих подписчиков, которые снимают видео по моим рецептам. Это так мило, это настолько приятно.
То есть у меня есть второй канал кулинарный. Вот там я делюсь рецептами блюд, которые я впоследствии ем. Я вижу, что люди снимают видео, говорят там обо мне, что нашли этот рецепт на моем кулинарном канале. Поэтому хочу им передать огромный привет. Первый — это свободный блог. Парень, который снимает видео о еде. Он там и готовит, и мукбанки иногда снимает. У него такой свободный стиль. И второй канал — это Никс Блог, если я правильно называю. На один я чисто случайно наткнулась, а второй мне девочка сама кинула. И реально очень приятно. Спасибо большое, что пользуетесь моими рецептами. Это очень на самом деле приятно. Далее давайте пройдемся по креветочкам. Здесь у нас такой соус. Кстати, всего они мне тут наложили. Смотрите, сколько имбиря. Васаби в два раза больше. И это не в данном случае, потому что они знали, что я буду снимать видео. В каждом видео я вам всегда говорила, что они всего кладут помного. То есть нету такого, знаете, трясущейся рукой, например, вот один такой васаби, один такой имбирь и соевый соус. Нет, они вот от души. Вы прекрасно знаете, что я не люблю вообще рекламировать всякие рестораны, хотя очень часто мне пишут какие-то заведения именно в Баку, и я никогда никого не рекламировала. Почему, могу объяснить? Это тоже ответственность. Мне важнее, чтобы аудитория мне доверяла. Это искренне. Тем более я уверена, что вам тоже понравится. Креветочка в темпуре. Где они находят таких огромных креветок? Очень вкусно. Нежная креветочка прям. Просто 5 с плюсом. Я продолжаю. Что-то я мало поела вот этих вот. Они, по-моему, с кунжутом. Выглядят тоже очень аппетитно. Интересно. Внутри креветочка. Макаем. Совсем забыла про водичку. Давайте еще Филадельфию. Вот эти горячие с сыром, сырные, да, они, по-моему, так называются, они нереально вкусные, и это были первые роллы, которые я попробовала в жизни. Ну, горячие, которые я попробовала.
Это было нереально просто вкусно. Косяк во мне. Я просто наелась. А вы обязательно подписывайтесь на Суши Баку. Ссылка будет в инфобоксе, ссылка будет закреплена в комментариях. Вы всегда у меня спрашиваете, где я заказываю суши. Я долгое время не отвечала на этот вопрос, но сейчас подумала, почему бы нет. Я надеюсь, что подняла вам аппетит. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. А вам я в свою очередь желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами была Эмили. Всем пока!